Двукратное ограничение родительских прав и 5 изъятий из семьи. Виной всему алкоголь. Наталью Изотову, маму ребенка с ДЦП, о которой наш телеканал несколько раз рассказывал в прошлом году, восстановили в родительских правах. На протяжении нескольких лет мальчик находился в доме-интернате в Петров-Забайкальске, куда женщина продолжала упорно приезжать, чтобы увидеться с сыном. Семья воссоединилась благодаря усилиям детского омбудсмена в Забайкальском крае Натальи Эповой. Мы помогаем любым гражданам, которые обращаются к нам за помощью. А в данном случае мама была неравнодушна, то есть она всячески пыталась добиться восстановления. И так как ребенок с ограниченными возможностями, то ему лучше воспитываться в семье. Мама приходила, общалась, абсолютно адекватный человек.